Мы стали родителями в 2020 году и получили коробку от Саданина в мае 2020 года. Сейчас мы вскроем ее. Я зашиваю эту коробку. У нас это будет тяжело. Сварочка для купания этого цвета. У нас, кстати, мальчик. Поэтому сейчас еще будем смотреть, как по цветам тут получилось. Памперсы. Очень актуально. Нам, кстати, нужно их быстрее уже использовать. Потому что мы довольно крупные родители. Так. Бутылочка. От Пидио. Но я надеюсь, что она нам не понадобится, потому что мы не пользуемся этим. Градусник. Без контакта. Он электронный? Какой-то получается электронный? Ну, это, да, прикольно. А, вообще супер. Очень актуально. Влажные салфетки, большая упаковка. Так, потом, смотрите, бульдозерчик. Это, я так понимаю, в принципе, сейчас на нашу погоду. Где-то градусов 20, да, ой, 20, 15, там, ветрено. Бульдозерчик делает, в принципе. Клевый комбинезон, цвет классный, и он очень приятный. Но мне кажется, большеватый. Какой размер? Размер 22-74. Если честно, я не знаю, что значит. На какой-то возраст. Но ну, вроде бы большой, большой, не маленький. Можно, в принципе, одеть и положить его в колясочку, чтобы он не замерз. Потом у нас зимний комбинезон, тоже нейтрального цвета. Он трансформер с такими звездочками здесь. Что-то типа овчина, может, овчина что-то. Да, как профессионально. Она, кстати, отстегивается. Я так понимаю, что его можно сделать более легким, то есть на осень. А так зимой можно ходить, и вот здесь. Искусственная, правда, работает чуть теплее. Искусственная? Конечно. Вот. Здесь можно делать как конверт, нет, это на ножке. Можно делать как конвертик, либо на ножке. А, на ножке. Либо вот открыть, ну и, соответственно, сделать из этого плащ. Штанишки. Не, не плащ, а, штанишки и плащ. Одеть вот эти ботинки. По цветам все нейтрально, подойдет как мальчику, так и девочке. Потом здесь одеяло. Байковая детская, тоже нейтрального цвета, очень приятная, и размер 100 на 140. Да, очень приятно. Очень актуально, мы, кстати, как раз хотели одеяло еще одну докупить. Так, потом комплект детских вещичек. Я так понимаю, что здесь на разные возраста. Тоже все нейтральных цветов. Что? Слипики, или как их там называют? Размер 68. Шим. Они с рукавичками. С царапками, точнее. Это 56 размер. Мы родились 54. Успеем поносить. 62-й, а первый какого размера был, мне сказала? 68-й, 62-й, 56-й. В общем, здесь три размера. Слюнявчик. Как эти штуки называются? Носочки, ну не носочки, а валеночки. Валетки какие-то. Царапки еще.
Кстати, я в предыдущих обзорах не видела, чтобы были еще шапочки. Штанишки. Такие классные. 56 размера. Ой, вот это очень клевый. 68-го. Надеемся, что у нас будет теплое лето. 62-го. Короче, здесь есть все размеры. В принципе, если вы ничего не купили, то на первое время вам вполне себе хватит. Так. Потом мэрисы. Трусики-подгузники на 6-11 килограмм. Одна штучка. Как пробник. Второй пакет. Кстати. Штиков. Грызунки. Ножнички. Мы, кстати, не покупали ножницы. Также мы покупали термометр для воды, и он нам будет очень актуален. Соску, честно признаюсь, мы пытались вчера дать, нам не зашла. Но мы давали фирмы Нук, или как она там. Можно будет попробовать еще купить. Но я не знаю, что это за фирма. О, грибочки такие клевые. Ватные палочки. Ой, смотрите, клевая расческа. Две расчески, одна такая. Но они, мне кажется, что ему больновато будет такой расческой расчесываться. Не знаю, как это более. Ватные диски. Да, никогда не бывает много. Да, расчески нет. И две клеенки. Одна размера 0,48 на 0,68. То есть совсем маленькая, подложите в кровать, которую переодеваете. Или и метр на 68. То есть это уже можно в кроватку или в коляску. Так, мыльные принадлежности. Хорошая фирма. Ну, правда, Бюбхен покупали, но Baby Line вроде тоже неплохая. Детский гель для купания. Понюхать хочешь? Да. Детский шампунь. Приятный запах. Детский крем под подгузник. Кстати, надо будет попробовать. Допустим, мы тоже только Бюбхена делать. И детская присыпка. Вот, присыпка я вообще даже не знаю, честно, как пользоваться. И масло для ухода за кожей, пробник. Это ну, для ребенка, я так понимаю. Так, потом здесь всякая литература. Москва родителям. Добро пожаловать в Москву. Поздравляем с рождением малыша. Здесь, я так понимаю, как что можно оформить, подсказки всякие. Да, какие пособия нужны. Полезную штучку нужно будет посмотреть. Здесь про все пособия указано. Так, и в самом конце здесь постельное белье и матрас. Тоже мы брали на цвета. Кстати, матрасик уже идет вместе с простыми на любимом. Очень удобно, на нем идет палец. И из постельного белья здесь так матрас детский для пеленания размера 43 на 69, на матрасник размера тоже 43 на 69, и комплект пеленок из 5 штук, то есть не постельное белье, а пеленки. 5 штук пеленок размером 75 на 105. А, причем здесь 3 фланелевые пеленки и 2 пеленки из грязи. Не знаю, мне понравился очень комплект. Но, насколько я знаю, можно вообще компенсацию получить из этого комплекта. Но, мне кажется, приятно, как киндер-сюрприз, открывать эту коробку. Тебе понравится? Конечно, сама по себе коробка выполнена в форме кроватки. То есть, в случае, если у вас вообще ничего нет, можно использовать коробку как кроватку временную. Ну, у нас есть. Непосредственно уже самим матрасом и... Ну, либо можете потом использовать под детские игрушки эту коробку, если вдруг что. Все, спасибо. Пока.